продолжение празднования дня рождения Star Stable, новые питомцы Форт Пинта, страшные кошмары Авалона, пропажа кельтов и старых фьордов – все это в сегодняшнем выпуске Star Stable обновления. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и мой старый фьорд шоколадный дружок. Сегодня у нас 10.10.18 года, и как всегда, в самом начале видео через меня кто-то пролетел. Это норма. Сегодня у нас в выпуске продолжение праздника в честь 7-летия дня рождения Star Stable. Новые летающие питомцы. Авалону снятся какие-то дурные сны и пропажа кельтов вместе с их фьордами. Начнем все по порядку. И также до следующей среды, после прохождения ежедневной гонки в честь дня рождения, вы будете получать 1500 XP опыта для вашей лошади. Правда, сейчас в данный момент у меня в журнале не отображается эта скачка, я даже не знаю почему, хотя сегодня среда и она должна быть в Форт Пинта. Утром ее не было, но сейчас обновление прошло, нам написали в новостях, что она должна быть, но у меня ее опять нет. Хотя, вот по идее, она должна быть, и что до следующей среды не забывайте ее проходить каждый день, чтобы быстрее прокачать вашу новую лошадь. Может быть, это глюк и за ночь его исправят. Кто знает. Переходим к следующим новостям. По пути к причалу в Южное Копыто вы можете встретить нового персонажа, девушку по имени Селла с смешной чайкой на своей шляпе. Девочка спасает чаек из нефтяных пятен, которые появляются благодаря всем известным Джет. И таким образом у нее вы сможете приобрести 3 чаечки. 3 летающих питомца. Ведь только недавно нам дали код на летающую чайку в честь дня рождения. И тут, опа-на, вы можете получить, ну не получить, а купить 3 новые чайки. Сейчас будем проходить с ней задание, но, как видите, вот эти 3 чайки, они вот рядом с ней плавают в воде. Давайте же пройдем задание, чтобы получить возможность купить этих чаек. Надо сказать сразу, чайки не дешевые. Я вижу, у тебя есть лошадь. Любишь лошадей? Тогда тебе точно понравятся чайки. Почему? Чайки любят приключения и умеют практически все. У них связь с хозяином, совсем как у лошади. Наверняка тебе уже доводилось иметь дело с чайкой, не так ли? Чудесно. Но зачем останавливаться на одной? Всем известно, что чайки лучше всего работают в команде. Сомневаешься, что из чайки получится хороший питомец? Может быть, это и правда, если речь идет об обычных чайках. Но я спасаю этих чаек из нефтяных пятен Джет, и им необходим хороший дом. Может быть, этот дом дашь им ты? Поговори с Селлой. Ну, давай поговорим. Посмотри, здесь много чаек, которые только и ждут, что кто-нибудь возьмет их под свое крыло. Все, поговори с Селлой, мы открыли магазин. Каждая чайка стоит 350 СК. Ребят, это цена пони. Купите лучше пони, честное слово. Значит, у нас сейчас в рюкзаке уже в сидельной сумке сидит наша чаечка в честь дня рождения. Значит, у нас есть чайка Чайковский, осенняя чайка и нарядная чайка. Чайка Чайковский — это обычная чайка, то есть без всего. Как наша, только вот без колпачка, без бантика. Что же про нее пишут? Села назвал эту обычную чайку с виду чайку Чайковским, но ты можешь переименовать ее как захочешь. Эта чайка любит нырять в Юрвинские океаны за рыбой и летать на дальние расстояния. А питомцев можно переименовывать? Эта чайка не любит про осеннюю чайку. Эта чайка не любит холодную юрвинскую осень и зиму, так что Селла связал для нее крошечную шапочку и шарф. Даже в этой зимней одежке она предпочитает прижиматься к тебе, чтобы погреться и обняться. И вправду, у этой чайки очень милая шапка и шарфик. Кого же мне это напоминает? Наверное, какого-нибудь знакомого. Нарядная чайка. Селла спасла эту чайку из нефтяного пятна и сшил для нее галстук-бабочку. Бабочки классные, теперь эта чайка любит проводить время, гоняясь за туманными лисичками и помогая всем существам, которых встретит. Какая-то странная ассоциация, красивой чайки с бабочкой и гоняясь за туманными лисичками, ну ладно. Так, значит, тут мы все и выяснили, теперь едем к бедному Авалону, которого уже целую неделю мучают какие-то кошмары. Итак, мы приехали к Авалону, и у Авалона у нас для нас задание. Все, я уже заговариваюсь по полной. Задание называется «Сон о льде и громе».
Думаю, я сейчас не буду проходить, а будет отдельное видео о прохождении данной цепочки квестов, ведь эта цепочка не просто дополнительная, это продолжение сюжета. Те, кто уже являются 19-20 уровнями и проходили задание о поиске одного из магических лошадей Конкорда, честно, я не запоминаю, давайте почитаем лучше, как его зовут. Конкорд. Вот. Если вы проходили задание о его поиске, то в какой-то момент у вас было задание, где за вами, когда вы ехали с Алекс из Снежного леса в долине Спрятанного динозавра, за вами с холма следили кельты на фьордах. Так что то, что они исчезли, как-то с этим связано. Поэтому это будет отдельное видео. И последняя новость. Для тех, кто покупает себе Live, добавили новую вещь в специальный магазинчик. Давайте посмотрим, что же. Добавили Вальтрап. Это, наверное, потихоньку собирает полный комплект, который есть сейчас. Потому что тут, в принципе, все отдается бесплатно тем, у кого есть Live, комплектами. Да, качество, конечно, тут, ну, не всех вещей самое лучшее. Есть, правда, классные вещи, есть не очень. Вот, надо будет, правда, все это собрать. Ну, давайте возьмем уздечку, седло, так и быть, перчатки, ботинки, еще одно седло. Потом я, ну, наверное, все отсюда заберу. Потому что все равно все это не продашь и ничего с этим не сделаешь. Так, значит, у нас вот такой вальтрап, уздечка, седло, перчатки и ботиночки, кофты. Есть еще очки, но очки мне вообще не нравятся. Синие линзы, красная оправа, ну вообще никак не мое. Ну, кстати, что я могу сказать? Ну, вальтрап очень симпатичный. Если до этого мне седло и уздечка как-то не нравились, то вот с этим вальтрапом этот комплект выглядит по мне так очень даже неплохо. И мне он нравится. Он даже чем-то напоминает французский флаг. Надо будет вспомнить, какого он цвета. Итак, ребята, спасибо, что посмотрели это видео. Мне будет очень приятно, если вы оставите комментарий по поводу улучшения качества видео или понравился ли был полезен вам этот обзор. Что касается ярмарки лошадей, на этой неделе она закрыта, но со следующей недели вы можете посетить ее у рыбацкого поселка Западного острова. Всем удачи, не забывайте чистить своих лошадок, кормить их и угощать морковкой после тяжелого дня. С вами была я и Шоколадный Дружок. Всем пока!